город Видное. Участник готовит к весу 105 килограмм. Спасибо.
Готовится Елизар. Thank you.
чудо. Пошел разбиться. Давай подходим. Спокойно, спокойно.
Я защитен. Бакулин Олег. Килограмм.
правду. Раздевайся, Юрий, город Клин. Первый подход. Две минуты.
решили, я подготовлю. Извиняюсь, да. Бабуль Олег, город Подольск. Thank you.
Вера защита? Да. Ахтухов Максим. Готовится к весу 145 килограммов.
Я
Ассистента 148 на штангу. Вес 148 килограмм. Первым будет выдвинут Тимош Владимир. Владимир.
Ельцов Владимир, город Дубна. Thank you.
подход неудачный. Яйцо Владимир, город Дубна. Thank you.
президента 160 на штангу. На штанг вес 160 килограммов. Титов Владимир, Сергей Посад. Идет борьба за призовые места. И фотографию на память.
собаки не были 24 килограмма. Третье место завоевал Титов Владимир. Сергей Пасад. Второе место завоевал Гинцов Владимир, город Турна. Награждение проводит чемпион мира среди граждан Владимир Сульчак. Вице-президент Федерации Московской области. Первое место завоевал Петросян Агалес, мастер спорта город Витлер. И награждается тренер Барагулин Валерий. За подготовку чемпиона наших соревнований. Инстаграм на паре. Благодарим. Заключительный этап наших соревнований.